Завтра выратавальники проведут онлайн-экскурсии по музею пожарной справы. Супрацовники МНС расскажут про историю ведомства на территории Беларуси и Гомельщины. Початок трансляции у 11:00 у социальных сетках. Так само завтра можно отримать консультации по теме правил безопасной жизнедеятельности. На питание откажет начальник Центра безопасности и взаимодействия с громадскостью Гомельского областного управления МНС Денис Круг. Номер телефона 56-25-13. Тема безопасности протягнется у навучальной гульни с 10 до 12. Долучиться до яе можно у скайпе. Подробности на сайте МНС. А 23 мая прямой эфир организуют с пожарно-аварийно-вратовального отряда. Глядачов познакомят с медицинским автомобилем, покажут, чем он укомплектованы и куда выезжает. А так само дадут рекомендации по оказанию первой помощи.